Добрый вечер. Мы начинаем игру Outlast. Новое. На уровне кошмарное. О, наконец-то. Итак. Так. Мы едем на машине. Репортер, говорится, едет на машине в заброшенную психбольницу, чтобы расследовать, что происходит. Так. Так, посмотрим, что у нас там. Нет. Так, у нас лучше. Станция. Вот наша больничка. То есть психушечка. Мы из прессы прямо. Стоп. Приехали мы. Ворота были открыты. Так. Так. Пресса. Так, батареи. Где? Не понял я. Вы видели? Ладно, неважно. Вообще прикол. Так, батарейки. Так, две батарейки. Камера, как всегда. Будем на YouTube. Все запускать. Да будем стримы. Ага, это увеличивать, я понял. Так, ага, эта кнопка это самая. Понятно. Все, что, выходим? Приехали. Ну да. Ага, по шифту надо бежать. Всегда. Делаю кнопку мыши. Вы видели? Вы видели только что было в этом окне? В этом окне был чувак какой-то. Ну ладно, показалось. Ну что не бывает. Так. Показалось. Дожовый сказал. Так, прокрутка вверх. Ага, прокрутка мышки. Понятно. Крутка, прокрутка. В общем, пробираемся нелегально. Наверх. Что за звук? Ага, пробел у нас прыжок. Пробел. Подтягиваться, понятно. Аккуратненько, я помню, когда в первый раз. Здесь вот конкретно навернулся. Еще такой звук. Давай. Забираемся. Алло. Так. Алло.
Так. Ничего не поднимаем. Открываем двери только. Экономим батарейки. О, довольно прилично. Красиво здесь. Бля. Сколько часов у нас? F. О, 9 часов, нормально. Сейчас посмотрим, сколько у нас. Ну, 9 десятых. Что, у нас сколько? 19:40 сейчас у меня. Ну, чуть-чуть. Почти не в одно время. Открываем двери. Окей, идем, идем, идем. Вот. Самое интересное сейчас. Оп, резко повернуть голову. Сейчас. Тут видно, что башки нету у главного героя. Так, кабинеты. Даже не будем пытаться в двери закрытые. Так. Опять вентиляционные трубы, это уже Half-Life точно, как у нас. Half-Life 2. По трубам. Так, библиотек откроем. Ой, ой, как запугал меня. Я боюсь. Мужик, здорово. Окей. Окей. Ну так, фу, чупчик, бошки. Здесь выход. Ага. Нам не к этой двери нужны. Так. Мы идем. Ищем. Ищем двери. О. Здесь мы вышли на ощупь.
Бежим, бежим, бежим. Бежим отсюда, бежим. Да ну. Ой, свет. Так. Спасайся отсюда, да. Как бы. Так. Да, мужик. Ух ты, какие у тебя вас светящиеся глаза. Так, главное, чтобы за дверь никто. Кто я? Не знаю. Репортер. Летсплейщик я. Вот кто я. О, все, где камера моя? Окей, все, на выход, если не все. Понятно. Так. Ой, мне не надо почитать это. Продукты за поспал. Ага, мы вот отсюда мы упали. Понятно. Окей, идем. Let's play дальше. Так, let's play будем проводить. Так, уже сколько у нас? О! Совсем чуть-чуть прошло времени. Так, тут должно быть какая-нибудь батарейка. Нет. Окей. А батарейки где? Так, нет. Мне пока что... Надеюсь, тут с интернетом комп. Так. Пока что на YouTube не будем выкладывать. Идем. Да. Q и E выглядывать, я знаю. Я за тобой очень внимательно приглядываю. Здорово, пацаны. Что у нас сегодня? По интернету? По телеку, точнее. Ух ты. Какая программа интересная, слушайте, а? Интересная программа. Называется помехи. Интересно, ладно. Важно. Так, ладно. Так. А зачем нам сюда идти? А, надеюсь, у него там ключ есть. Ух ты. А, вот у охранника есть ключ.
Так, окей, так. Ну, так. Выбраться, ну конечно, я выберусь. Кто бы говорил бы? Конечно, я отсюда выберусь. Только вперед ногами выберусь. Через черницы. Ты не думай даже. Все, сидите там. Сидите все. Ой. Громкость 115. Здорово. Рык. Рык. Чмо. Собаку. Не понял, чего там? А, ну, надо вокруг идти. Понятно. Вокруг. Будем дверь за собой закрывать лучше. А тут всякие ходят неадекватные. Вроде меня тут и хлопают дверьми. Ну так двери закрывать за собой все. Тут. О, чувак без башки, отлично. Нам что, сюда надо идти? Обязательно? О, батарейка. Спасибо. Не зря пошли мы. Так. Что у нас на посту есть? Батарейка есть. А, делается. Так, тут у нас трупы, трупы, трупы. Не говори, что мне вниз надо идти. Здесь не вниз. О, какие неадекватные бегают. Так, окей. О, это лампа. Окей, так. Может быть, есть чем батарейка какая-нибудь? Понятно, ни херня. Кровики, ой, сколько кровища, прямо. Кому-то это все надо будет зачистку этим, чистить. Окей, идем. Прям бежим. О, секьюрити. Открываем. Секьюрити. Закрываем. Ну, кажется, в безопасности пока что. F. They lie. They sell goods. Окей. Посмотрим, что у нас. Ага, это камера. Так, это у нас отсюда. Ага, это центральная камера. Это у нас. О, блин. Его сохранено, окей. О, нет. До свидания. Чувак, ты что, завис там? Чувак, завис. О-о. Чувак, не завис. Никого тут нету, никого нету. Никого нету. Чувак, никого тут нету. Иди давай, иди живо. Давай, давай, иди, иди. Давай. Тут никого нету. Все, иди отсюда, иди, иди, тут никого нету. Давай, перди отсюда. Давай, перди отсюда.
Тут никого нет. Здесь никого вообще нету. Нету никого. Все. Отлично. Ни хрена, чего он двери снес. Понятно, мне кажется, вниз теперь надо будет идти. Ну да, тут довольно вниз. Итак, с вами Леонид Фильзин. Так мы продолжаем игру Outlast. Итак. Включаем F. Фонарик. А, тут светло. Ага. Игра сама сохраняется. Окей. Так, папки. Ну, коллекционируйте. Опа. Никого тут нету, пошел нахрен. Где ты? Так, тут никого нету. Что закрыто? Батарейку. Окей. Может, потише было бы. Так, нажму, а куда спрятаться? Так, я могу сесть. А, я могу сесть. А, сидим. Тихонько. Гости к нам. Давай, заходи, Ванька. О, это Ванька стучится к нам. О, Ванька, здорово, Ванька. Ванька. Никого тут нету, вали давай. Фу, он ха, тупые какие-то боты. Понятно. Боты наступили. Бежим. Бежим. Оу. Не капут. Понятно. Они тупые, но... Они тупые, но не слепые. Понятно. Они тупые, но не слепые. Понятно. Так, батарейку меняем. Понятно. Так.
Никого здесь нету. Никого здесь нету. Давай. До свидания. Ладно. Окей. Так, а где тут можно спрятаться? А, в шкафчике можно спрятаться, окей. Шкафчики. Бежим. Опа. Отлично. Надеюсь, никто меня не найдет в шкафчике, самым первым. Будем ждать в гости. О, уже идет. Две вышибатели, уже вышибает прямо дверь. Так. Так, о, уже он здесь. Эй, мудила, не ищи меня. Меня здесь нет, мудила. Так, надо подождать. Я не уверен, что это мудила будет. Так, он ушел, не ушел. А здесь ушел. Значит, надо защитить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Здесь он ушел. Да, фу. Этот мудила ушел. Окей. Мудила ушел. Давай. Опа. Обдурили. Никого нету. Кис-кис-кис-кис. Сосни. Я под кроватью. Я копил фильм. Меня здесь нет. Так, нажимаю кнопочку. Прячемся. Не нравится это. Ничего. Никого тут нету. Так. Тут никого нету. Никого нету тут. Конечно, ничего нету. Тут никого нету. Йоханнес, это самый Копперфилд. Засуньте в жопу эту палку. Понятно? Все. Так, меняем батареечки. О, я буду зеленый батарейки менять. Так. А, ну не прямо. Я вроде бы два запустил. Нет, не то, что я один запустил.
Кись-кись-кись. Ой. Чего, до свидания? Блин. Кис-кис-кис. Да я два запустил генератора. Да ну. Да никого тут нету. Тут закрыто. Так. Нажимаю кнопочку. Ну, вертимся. Батарейки меняем. А чего тупые не могут двери открывать, окей? Где ты? Тупой. А, ты уже здесь? Давай, до свидания. Хуй тебе. Окей. Это тупо по кругу. Давай, пока. Ну, сектор, шкафчик на барабане. Выбирайте шкафчик, пожалуйста. Никого тут нету. Окей. Опа. Сидим, ждем в шкафчике. Пока этот опять не придет. А, уже здесь? Так, ушел. Ушел. Понятно. Ушел. Угу.
Прячемся. Да вы чё? Иди сюда. Бежим. Да чтобы. Давай, пока. Все. Кись-кись-кись. Сосни. Еще. Бе-бе-бе-бе-бе. Блин, куда он? Надо кнопку нажать. Это стрёмно возвращаться. Вот. Бежим, 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 бежим. Бежим, шифтуем, шифтуем. Бежим. Бежим, 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 бежим. Шифтуем, шифтуем, шифтуем. Шифтуем. Собака. Где он? Бежим. Да я поймался. Да? Его. Марафон.
Нравится марафон. Где? Люблю. Тихо. Спокойно. Ага. Окей. Кис-кис-кис. Закрыто. Забежать. Как давно не играл в Outlast. Мы проходим Outlast. Спокойно. Outlast. Мы играем в... Да, никого тут нету. А, они в темноте это не видят, понятно. Тут закрыто. Окей. Очень вовремя батарейка кончилась. Мы двери оставим открытыми. Если что, будем батареи экономить. Так, он где-то тут. Сейчас. Там. Если что, он вот в этой стороне. Вот. Сейчас он идет. А если вот тут, сейчас уже так вот. Здесь, тут уже где-то. Нашел. Нашел. Отлично. Надо кошмарить бабушку. Все аккуратненько мы. Ладно. Давай, до свидания. Лапочка. Двери. Вот все. Успел. Ну все.
кажется, все. Ушел. Он ушел. Здесь он ушел. Все, в темноте не видит. Кись, кись, кись. Тупой. Ага, понятно. Они не видят в темноте, но хорошо слышат. Понятно. Так, тут батарейки уже нету. Долго мы сидеть? Так. Ага. Шкафчик тут есть, окей. Все. Так я и знал. Так я и знал, что он пойдет. Так и знал. Ха-ха-ха, никого нету. Ну да, тут нифига, как всегда. Ха-ха. Если нам повезло.
Он там. Последняя батарея. Блядь.